Сегодняшний герой, наши сегодняшние гости, это Андрей Архангельский и Екатерина Шульман. Здравствуйте, дорогие слушатели, я не знаю, будем ли мы с Андреем представлять друг друга. Екатерина Шульман, свет в нашем окне. Хорошо, представили друг друга, отлично. Кукушка и Тух. Начнем же наши вот эти самые диалоги. Значит, наша беседа будет касаться, я бы сказала, таких базовых вопросов, которые, с одной стороны, имеют отношение к каждому и отражаются на нашей практической жизни, с другой стороны, довольно трудно выразимы каким-то таким вот, как обычно говорят, простым и понятным языком. А речь пойдет о довольно общих вещах. Нам придется подниматься на некоторый уровень общения, если будем совсем залезать в некие абстракции, мы будем как-то друг друга стягивать. Революция ценностей. Революция ценностей, трансформация ценностей или эволюция ценностей. У нас есть еще одна рамка, значит, в этом году, значит, юбилей, 50 лет, революция французская 1968 года и вообще годовщина 68 года. В сущности, мы поговорим о том, как эти ценности менялись в течение 50, вот этих 50 звонких лет. Отталкиваемся мы от 68 года, который совершенно велик, совершенно огромен по своему значению, как выясняется. И все, что с нами происходит, это может быть только отсвет, да? Правильно я ставлю ударение? Отсвет той далекой звезды 68 года. Вполне возможно, что мы только отростки 68 года. Некоторый отрезок и отталкиваясь от ценностей, от этих вот западных ценностей после 68 года, переходим в какую-то другую новую эпоху. А я не знаю, я не такой большой поклонник ставить вот эти вот вешки и привязывать общественные изменения к каким-то конкретным событиям. Мне всегда кажется, что это немножко наоборот. Это, конечно, некоторый скок курицы и яйца, являются ли всякие бурные события, революционные, насильственные, плодом созревшие ценностной трансформации, либо ценностная трансформация, она вот потом следует за этими событиями. Я думаю, что, ну, хотя я по своей природе, как исследователь, больше поклонник первого способа мыслить, что накапливается некая сумма изменений, после чего он может манифестировать себя в действии. Но понятно, что дальше это действие может пойти так или иначе с там, большим объемом насилия, с меньшим, с лидерами, склонными там, к одному способу действия или к другому, и дальше это уже, в свою очередь, будет иметь последствия. То есть, если там граждане под влиянием накопившегося трансформационного груза перебьют друг друга в большом количестве, то все последующие вещи, которые будут с ним происходить, будут нести на себе отсвет, отблеск, эту самую тень произошедшую. Если удастся как-то мирно обойтись, то значит и последующие процессы тоже от этого будут выглядеть иначе, по-другому. Собственно, что мы с вами хотим выяснить, что мы хотим понять? Ну, вот предполагается, как бы, исходя из, если я правильно понимаю, рамки этого самого интеллектуального марафона, предполагается, что мы с вами ощущаем или наблюдаем, или исследуем какие-то общественные изменения, да, которые, с одной стороны, может, конечно, не всегда происходят. Да? Так называемые периоды застоя, потом вечно историками интерпретируются как раз периоды, когда нечто зрело набухало, землю большое зерно, если мы можем вино, а потом-то и дало всякие разнообразные ростки. С другой стороны, нам кажется, сейчас мы попробуем выяснить, верно или неверно, что эти изменения сейчас происходят как-то особенно быстро. Происходят ли они так быстро, как нам кажется? Либо их видимость повышается благодаря новому информационному миру, новой информационной прозрачности, поэтому у нас возникает такое представление о том, что все так быстро меняется. А я по этому поводу могу, например, сформулировать совершенно другую картину. Вот смотрите, мы привыкли думать о нашей эпохе как об эпохе быстрых стремительных изменений, да? За которыми мы прямо не успеваем. Утром проснулся, а уже все поменялось, первую занялся. Есть совершенно другая точка зрения. Например, историки науки говорят, что все те научные открытия, на которых мы тут с вами процитируем, были сделаны в викторианскую эпоху, в конце XIX века и в
настройки, что быстро меняются у нас тут модели телефонов. А каких-то вот научных прорывов пока еще не видать. Это с одной стороны. С другой стороны, мои родные социальные науки, науки об обществе, науки, изучающие политические процессы, социальные процессы, преступность, антропологические изменения, они говорят, что вот ключевой тренд нашей эпохи – снижение уровня насилия и повышение цены человеческой жизни, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности, в том числе там, снижение насильственных преступлений во многом необъяснимо, в основном в странах Первого мира, но не только. В смысле, оно видно в странах Первого мира, но не только там, а необъяснимо, оно более или менее везде. Что у этого процесса, который выглядит так светло и позитивно, есть некоторые иные последствия. В том числе, например, новая устойчивость неэффективных политических моделей. Что если неустойчивость, наоборот, устойчивость, если. И что если вы хотите посмотреть на эпоху бурных политических перемен, то возьмите любое десятилетие 20 века. И тогда вы увидите, что такое действительно, там, не только, хорошо, не будем брать там, с 10 года по 20-й, да, там понятно, что играли еще таинственные игры, метались со смущенными народами, чего-то что происходило. А там, не знаю, с 70-го по 80-й, даже не с 80-го по 90-й, сколько на самом деле было войн, а сколько государственных образований возникало и разрушалось. А какая, например, в 70-е годы была террористическая активность в Европе, вообще не несравнимая с тем, что, на что мы тут сейчас меньше жалуемся. Представители социальных наук говорят, что наоборот, наше время – это время новой социально-политической вязкости, когда эти самые процессы происходят с замедлением, а не с ускорением. Когда войны стали гибридными, и, соответственно, они непонятно, когда начинаются, но никогда не заканчиваются. Мы все радовались страшно тому, что, в общем, продолжаем радоваться и правильно делаем, тому, что фронтальные войны посредством больших государственных армий, призывных армий, они как-то отошли в прошлое. Это прекрасно, потому что никто не дает такое количество трупов, как, понятно, ведущаяся государство. Война по количественным показателям, никакой другой вид вооруженного конфликта сравниться не может. Но понятно, что вот эта вот пресловутая гибридность, в том числе военная, она ровно связана с тем, что люди не хотят массово умирать больше. Как-то вот уже и культура изменилась, опять же, ценности. Милитаристские ценности, вот этот специфический кодекс чести, он как-то несколько завял. А поэтому умирать люди не хотят, войны с человеческими жертвами мало популярны. Но гибридные войны, эти самые, которые, так, как нам рассказывают, ведутся в информационном фронте, в киберпространстве, в сознании людей, у вас под кроватью, в общем, где угодно они ведутся, они, с одной стороны, вроде как могут происходить в воспаленном воображении тех, кто об этом пишет. Если вы об этом не знаете, то вы можете в этом не участвовать. Но, с другой стороны, они не имеют четко очерченных границ. Опять же, воспаленное воображение теоретиков относит начало этих войн чуть ли не там, к временам Ивана Грозного, но если вы знакомы с этим дискурсом, всегда Запад противостоял России. Вот действительно всегда. И вот сейчас тоже противостоит, нечему удивляться. Такой вот война не может быть завершена. И у нее нет никакого, так сказать, видимого фронта. По той же причине, исходя из этого же, фронт его проходит везде. Это прекрасно, но вот здесь я бы поспорил. Прекрасно в том, что в этом, во всем этом есть логика, но, во-первых, я бы заметил вот что. Все-таки этот период, эти 50 лет, вот почему я настаиваю на том, что нам нужно их, так сказать, концептуализировать. Что, собственно говоря, что произошло в 68 году, на мой взгляд, такого, что было нового. Ну вот это известный философский тезис о том, что время больших нарративов закончилось, это время глобальных историй или цельных историй, и закончилось время больших истин, и, соответственно, закончилось и время больших войн. Во-первых, то, что это совпало по времени, и совпало и в техническом смысле, и в общественном смысле, я вижу в этом все-таки какую-то закономерность. Мне хочется найти хотя бы какую-то в этом закономерность. А вот по поводу гибридных войн, тут ведь тоже такая вещь. Дело в том, что ведь почему интересна революция во Франции 68 года? Потому что она как бы
уперлась в ничто. Она не была похожа на все обычные французские революции, как говорится. Она закончилась чем-то непонятным, и она и как бы одна сила не то что сборола другую, но проросла, одна сквозь другую проросла. Вот это прорастание, условно говоря, модернистской силы сквозь архаику, сквозь вот этот самый галлизм, который в 68 году стал выглядеть как нечто устаревшее, хотя, казалось бы, там Де Голль – герой войны, а хотя, казалось бы, экономика в то время растет, хотя, казалось бы, там количество телевизоров и автомашин Рено на душу населения увеличилось невероятно, но, тем не менее, вот вдруг стало ясно, что все это закончилось. Но самое интересное не в том, что это закончилось, а самое интересное в том, что то, что наступило следом, оно не так сильно, не так концептуально отличалось. То есть вот этот период, когда время больших концептов закончилось, и они стали прорастать друг сквозь друга. Вот в этом смысле гибридность, можно сказать, что и общество тоже стало гибридно. Больше нет главных идей, больше нет решенных истин. И вот поэтому все завязалось вот в такой неопределенный клубок, что мы наблюдаем ровно и до сих пор, что мы наблюдаем и вот сейчас, и здесь у нас борьбы межсоциальной политики. Ну, вы описываете, с одной стороны, естественный процесс смены поколений, всегда отцы, так сказать, подвергаются критике со стороны детей, потом дети должны как победить, значит, там этот свой типов комплекс пережить и самим стать отцами, и в свою очередь опять все то же самое. А в этой сфере, кстати, тоже интересные некоторые новости рассказывают нам социологи, а все же нынче исследуют молодое поколение, всегда это всех интересует. Так вот, вот эти вот самые центениалы, пресловутые, то есть рожденные, начиная с 2000 года, говорят нам социологи, что это первое поколение, у которых не фиксируется конфликт поколений. Что то, что считалось такой еще не биологически обусловленной истиной, вот этот самый бунт против отца, без которого нельзя повзрослеть, вот с центениалами что-то пока он не прощупывается. Может быть, они пока еще просто слишком маленькие, даже те, которые там, в 2000 году уже родились, но вот эта вот самая подростковая протестность, именно, смотрите, не подростковая протестность как таковая, а протест против родителей. Кстати, это видно очень на наших исследованиях российских. А вот поколение миллениалов, те, кто, соответственно, от 80-го до 2000-го года, и даже те, кто постарше, там, ну, опять же, эти, кстати, поколенческие ярлычки, они носят точно условный характер, это нам всегда помнить, люди не отличаются разительно, потому что они родились в разные годы и не сходны друг с другом, потому что они родились в один год, это такая немножко астрология. Но понятно, что время формирования накладывает отпечаток на людей, хотя всегда мы должны помнить, что семья, социальное окружение, воспитание, образование накладывает на них больше отпечаток. Вот, тем не менее, сделав эти оговорки ради научной чистоты, должна сказать следующее. Люди, которым сейчас от 40 до, там, даже от 45 до, условно, 30 лет, они склонны иметь сложные отношения со своими родителями. Вот у них этот самый межпоколенческий конфликт как раз просматривается. Там непонимание, всякие там невозможность нормальной коммуникации, либо вообще разрыв отношений, либо сложности в отношениях. У них все это есть. У них с детьми, наоборот, наблюдаются какие-то отношения, выдающиеся симбиотической нежности, что не очень понятно, сохранится ли это дальше, или просто там эти самые центениалы возросли, может быть, они еще там, где мы думали, что они должны быть подростками, они еще являются детьми. Кстати, вот тоже из интересных контринтуитивных явлений, которые при этом хоть контринтуитивны, но очевидно наблюдаемы. Помните, было такой термин акселерация, да? Где-то вот в, там, не знаю, перестройка, наверное, постсоветском этапе, предполагала, что теперь дети так стали быстро расти и так стремительно взрослеть. Да? Помните такое? Вот даже какой-то фильм «Акселератор», кажется, еще такой был прямо употребляемый термин. Значит, прошло некоторое время, что выяснилось? Выяснилось, что происходит нечто абсолютно противоположное. Время детства растягивается. Начну про великое социальное
явление кидалтов, то есть не в смысле тех, кто кидает окружающих, а в смысле детей и взрослых, а про то, что взрослым разрешили, так сказать, наслаждаться детской культурой, мультиками, игрушками, одеваться в детскую одежду, и они этим пользуются с большим энтузиазмом. Но дело в том, что из-за роста продолжительности жизни растягивается срок детства и юности, значит, люди стали медленнее стареть, ну просто лучше питаться и ухаживать за собой, поэтому мы все выглядим моложе, все это уже замечают, чем там наши родители на фотографиях в нашем возрасте, кто не поражался, да, разглядывая семейные фотографии, думаю, боже, это уже были там, она была такая, как есть, да. Ну и, соответственно, люди дольше учатся, позже наступают все традиционные братские взросления, кстати говоря, некоторые из них вообще стали терять популярность, такие вот инициационные братские, там первое употребление алкоголя, первые сигареты уже перестали быть теми маркерами, которых обязательно надо достичь для того, чтобы стать взрослым. Это тоже, кстати, напрямую привязано к снижению насилия, потому что такими маркерами для взрослеющих мальчиков была какая-то первая драка обязательно, да, считалось, что все мальчишки дерутся, и правда же, это же обязательно. А теперь как-то уже не так. Это обязательно, теперь это рассматривается как некий эксцесс, безобразие и вообще причина для обращения к школьному психологу и в следственный комитет. А это вот, соответственно, растягивание детства, увеличение детства, может быть, оно является причиной того, что этот самый конфликт поколений пока у нас не выявляется социологическими методами. Но, тем не менее, вообще посмотрим, как это будет дальше происходить. Потому что вот этот вот какой-то специфический, не хочу говорить конформизм нового поколения, потому что это все оценочные термины, которые звучат каким-то неопределенным упреком, это ничего глупее, чем упреки неизвестно кому относящиеся. Но вот в этой вот ценностной трансформации, ее базис, вот это вот самое увеличение ценности жизни, которое представители наших поколений любят интерпретировать как эгоизм, нарциссизм, как то, что молодые все жизни не знают, хотят только для себя там каких-то удовольствий. Это тоже все вполне личное. Но, как у всякого большого социального процесса, у этого самого снижения уровня насилия есть много сторон. Вот одну вот эту вот сторону, да, внезапную, так сказать, внезапно это политическое последствие, вот это вот замедление тех трансформационных процессов, которые мы привыкли видеть гораздо более быстрыми. Поэтому, кстати, имейте в виду, дорогие товарищи, когда вы проводите исторические аналогии, и сравниваете какой-нибудь один год с каким-то другим годом, какую-нибудь одну политическую систему с какой-то другой политической системой. Помните, что, например, в 1917 году в городе Петрограде средний возраст жителя был 12 лет. А сейчас у нас в Российской Федерации средний возраст это 39 лет, и он растет. Значит, когда вы, опять же, вспоминаете всякие картины прошлого, не важно, вспоминаете ли вы массовые репрессии, войны, или великие стройки, или что-то еще в этом роде, помните, это были социумы очень молодых людей. Мы с вами живем в пожилом и стареющем обществе, оно ведет себя иначе. Дальше вопрос, вам это нравится, потому что убивают меньше, у вас это вызывает отвращение, потому что где же тот творческий порыв, где вот это вот все, значит, фейерверк революционности, которого так хочется, и в общем, вот это. Ну, просто имейте в виду, что это вот такая вот картина реальности, которая никуда абсолютно не денется. Эта тенденция будет только нарастать, старение населения будет продолжаться. А когда это говоришь, люди, не знакомые с демографией, часто слышат что-то свое, обычно слышат, мы все умрем. А то есть вот население стареет, говорят люди, то и так же так. Вот человек же стареет, потом что? Умирает. Следовательно, так же будет и социум. Все постареют, потом все умрут, никого не останется. Нет, старение населения абсолютно обозначает нет. Оно обозначает, что доля молодежной страты в нем меньше, чем доля людей других возрастов, более старших. А в принципе, с точки зрения всяких базовых видов социального поведения, это хорошо. Потому что так называемый демографический навес, он же молодежный навес, то есть когда у вас вот эта страта 20-25, 15-20 превосходит, как бы выделяется на этой демографической пирамидке, демографической елочке, такой длинной полочкой, собственно, этим буквальным навесом, а это коррелирует с более высоким уровнем насильственной преступности, с склонностью к внешним конфликтам и конфликтам внутренним. Поэтому, конечно, пожилое общество это, наверное, хорошо. Но это немножко не. Скажем так, это реальность, которая является абсолютно объективной реальностью, не просто объективной реальностью на момент сейчас, а чем то, что с нами останется и будет только развиваться, оно не очень у нас присутствует в картине мира, потому что мы видим вот это вот самое вот время стремительных перемен. Ну, не таких уж стремительных. Общество не только молодое, но и общество праздное. Если вы едете куда-то за границу, в какой-нибудь известный
прекрасный столичный город, я себя стал ловить на мысли, что я больше не могу смотреть на дома, я не могу смотреть на улицы, я не могу, что называется, почувствовать биение или ритм города, потому что в сущности все, чем я занимаюсь, я смотрю на других. То есть вот ровно такие же люди, как и я, они тоже, вероятно, мечтали бы пройтись в тишине и почувствовать себя как-нибудь уютно, но все мы обречены смотреть друг на друга. Все мы обречены ходить по этим голландским мостам и смотреть друг на друга, или ходить по этим лондонским мостовым и смотреть друг на друга. Что вам мешает? Или ходить по этим мостовым и смотреть друг на друга. Поначалу, ну как это проходит с человеком, происходит три, да, там вот это самое этап приятия, да, пропустим первые два или три. Так сказать, рационально я задал себе вопрос, а вот кто эти люди, кто я и в какой ситуации мы... Почему вы все в рабочее время? Да, почему вы все... Это очень важный, it's a good question, потому что то, что мы все в любое время года, не обязательно только летом или только или зимой, или весной, в любое время года, в любом месте, нас оказывается в какой-то точке очень много, и мы все приехали сюда с одной какой-то целью отдохнуть от других, и мы все потратили, как заметил бы там экономист или социолог, мы все потратили на эту поездку какое-то количество денег. Мы все за это заплатили, и у нас есть время, и у нас есть, к счастью, ну, какие-то небольшие, но деньги. И в результате мы оказались как бы в плену друг у друга. Эта социальная ситуация, мне кажется, совершенно новая. Она вне даже каких-то крупных революционных нарративов. Мы оказались вот в этой ситуации вместе, в этой ситуации сообща, как сказал бы философ, где... Друг про друга мы ничего не можем знать, мы ничего не можем утверждать. Вот почему одна из последних лекций этого цикла будет про новую этику, об этом будет говорить Кирилл Мартынов. Почему это важно? Потому что вот эта новая этика нужна, потому что мы все, не зная совершенно друг друга, не зная ничего друг о друге, оказываемся в одном месте, и мы должны, как говорит Катя часто, чтобы не поубивать друг друга, да, ну, понятно, что не только поэтому, а чтобы вообще получить какое-то удовольствие от жизни вместе. Мы должны для этого, мне кажется, найти какую-то новую точку опоры, найти новую точку для коммуникации, найти новый консенсус. И вот самое интересное или самое новое, что в этой ситуации, чем она отличается от того же, как у нас 68-го года или 88-го, то, что эту этику мы вынуждены искать на ходу. Она, кроме того, что новая, она еще и должна, она мобильная, она как в телефоне, как программа в телефоне. Нужно быстро ее закачать вот сюда и быстро придумать новый способ коммуникации, новый способ сосуществования с другими в этом месте. Вот в чем ее новизна, как мне кажется. Ну, только хотела я сказать, что как-то вы больно хорошо живете, вы, Андрей, приезжаете, значит, в какие-то известные европейские города с целью отдохнуть от других людей. Так вот, бывало, приедешь в известный европейский город при мероприятии, там, дай бог, полдня. Про Лондон была метафора, потому что ты так занимаешься. И все, остальное время занято работой. Потому что не знаю, у кого как. Но, тем не менее, в том, что вы говорите, есть резон. Дело не в том, что люди стали праздно скитаться, понимаете ли, как Чарли Гарольд, по всему миру с целью вот, забыться и развеять свой, понимаете ли, спин. А дело в том, что вот эта постиндустриальная наша загадочная экономика, которая тоже только формируется, она все меньше требует от человека присутствия на рабочем месте, но оборотной стороной она делает его рабочим местом весь мир. С одной стороны, вроде бы как время работы сокращается, в Европе говорят о 4-дневной рабочей неделе, и тут же появляется под этим прекрасное научное обоснование, замечательные исследования, которые говорят о том, что чем меньше человек работает, тем лучше он себя чувствует, значит, какая новость. Более того, что вот эти сокращающиеся часы, которые работник проводит на работе, он более эффективен, а если еще всем спать бы побольше, так и еще уровень счастья повысится, а также лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, подтвердили ученые. Спасибо. Так вот,
значит, при этом понятие рабочего времени стало растягиваться на все время. Поскольку мы постоянно на связи, и поскольку наша работа не состоит в том, чтобы стоять у станка или там сидеть за рулем трактора, то мы как бы все время работаем. То на письма отвечаем, то что думаем, там такое, да. Присутствуем, опять же, в социальных сетях, не только потому, что мы должны кормить наш нарциссизм прожорливый, но и потому, что, в общем, от нас это требуется, да, мы должны вот это самое свое присутствие демонстрировать аудитории. Те из нас, кто публичные люди, у них это понятно, так сказать, непосредственно ощутимо, где происходит, но и у всех остальных тоже. Нужно некий образ себя поддерживать, это в том числе, ну, все же знают, что работодатели будут смотреть твои социальные сети, да, понятно. Когда вы будете устраиваться на работу, то есть, наверное, вы понимаете, что вам лучше там постить какие-нибудь картиночки или там самого себя красивого и занимающегося чем-то социально одобряемым, что если у вас там будут стихи о, там, не знаю, о смерти и суициде, то, наверное, следующий работодатель, который все посмотрит, подумает, что, ну, нет, наверное, нет. Лучше не надо подумать то. А так вот. Если это похоронное бюро. Даже от похоронного бюро меньше требуется. Ты нам нужен, конечно. Это тот человек, которого вы не знаете. Возможно. Но видите, в чем еще, кстати, прелесть нового разнообразия? В том, что каждая наша странность находит в себе спрос. Нужно только найти то место, где она будет пользоваться спросом. Катя, я когда и слушаю вас на эхе Москвы, у меня начинает кружиться голова. Но и здесь тоже. Ведь вот мы сейчас идем, ну, как бы с этикой понятно, с ней все неясно, все сложно, как у нас принято говорить. Но ведь вот вы и я, сейчас мы говорим работа, не работа, слушайте, а вообще нам не отказаться ли вообще от этих концептов, как от устаревшего галлизма, потому что какая работа? Когда? Сегодняшний вечер посвящен опровержению Деголя. В какой момент я работаю, а в какой нет? Ну, допустим, я занимаюсь там интеллектуальным, допустим, я журналист, вы социолог, вы преподаватель, я политолог. Да, политолог. Допустим, это можно объяснить. А, окей, но мы возьмем человека, который ходит в офис. Кстати, вот когда приезжаешь в него в офис Microsoft, там там виднеются разноцветные подушечки, красная, желтая, синяя, оранжевая. Это понимаешь, это офис нового типа. Но это тема для другого разговора. А что вообще работа, а что не работа? Человек, который ходит вот в этот самый даже офис Microsoft, когда он смотрит, просматривает социальную сеть, там ставит лайки или отвечает на, или делает какие-то комментарии, это что, не работа? А если это не работа? Хорошо, если это участие в социальной жизни. Это разве не работа? А то, что мы вместе трудимся над тем, чтобы вот в этой конкретной точке для нас, для тысячи человек, которые собрались на Вацлавской площади по случайному совпадению обстоятельств, в этом месте, и чтобы не толкать друг друга, когда мы думаем о том, как бы нам всем, вот этой тысяче собравшихся, не мешать друг другу, разве это не работа над социумом? А что тогда работа и что не работа? Может, пора вообще выбросить эти понятия на свалку современности, ну, не в этом смысле, не в маяковском смысле, а потому что они просто мешают нам. Они – это устаревшие понятия вообще из 20 века, какого-то замшивого. Смотрите, нам мешают не они, а нам мешают действительно, как вы сказали, представления у них, которые мы тянем за собой из 20 века, который закончился, и который чем дальше, тем больше представляется некоторым исключением из таким каким-то изгибом в социальном развитии человечества. У меня есть такое внутреннее правило, оно не научное, но, так сказать, оно работает, то, что называется rule of thumb, да, вот такой вот простой измеритель. А те социальные практики, те этические нормы, которые возникают, вот как понять, это что-то такое случайное, или это лечится, или оно вот останется и будет дальше произрастать. А загадочным образом, если то, что мы видим сейчас, похоже на какие-то практики и нормы из зрелого средневековья, то это скорее будет сущностное явление, а не случайное и не медиа-иллюзия. Вот смотрите, то, что мы с вами пытаемся описать, вот это растворение работы, это же действительно образ жизни человека до начала последовательных волн индустриальной революции.
мы принесли из 20 века представление о работе как о пребывании определенное количество часов в определенном месте, выполнение там каких-то функций, потом вот уход на работу. Все наши города выстроены вокруг индустриального способа производства. Это фактически бараки для рабочих вокруг заводских корпусов и транспорт для рабочих, чтобы в рамках маятниковой миграции утром привозить их все вместе к одному и тому же времени на заводскую проходную, вечером увозить их обратно. Ну и вокруг этого учреждения для детей рабочих, для пожилых рабочих, которые не могут работать, больницы для них, чтобы их лечить, санатории, чтобы они могли отдыхать, а потом опять возвращаться на завод. Вот скелет современного города. В нем уже давно не живут промышленные рабочие, а город построен по-прежнему. Точно так же одна из основных проблем, которые там пытается решать урбанистика, когда она действительно пытается решать какие-то проблемы, они просто не любят заниматься, это именно вот это. То есть как поселить в индустриальном городе постиндустриальный социум, постиндустриальный способ производства, с тем, чтобы они могли сосуществовать друг с другом. Но в наиболее таком вот наглядном виде, это не главное, что происходит, но это очень видно, переделка заводских зданий в пространство и в лофты. И вот ну, мы сейчас с вами сидим, видимо, нет, не в бывшем промышленном здании, но сколько их таких территорий, бывший хлебозавод, бывшая типография, бывший там какой-нибудь патронный цех, в котором сейчас что происходит? Ну, вот мы с вами сидим и беседуем, а кто-то еще там, не знаю, устраивают психологические тренинги, в ходе которого люди перемазывают друг друга глиной, или что-то еще там лепят из бумажки оригами, и таким образом приходят психологические равновесия. Придаются большое количество странных занятий, которые на нашего предка из какого-то там солидного 50-какого-то года производят впечатление безумия. Вообще, чтобы человек из прошлой эпохи попадил на нашу улицу, чтобы его поразило. Опять же, вопреки демографической картине, ему-то бы показалось, что города населены детьми. Люди одеты в детскую одежду, разноцветную, да? В шортики и маечки, катаются на самокатах. Значит, у них кепочки надеты, да. Разглядывают такие яркие игрушки. Непонятно, чем заняты. То, что они называют работой. То есть, разве это не работа? Я тыкал пальчиком в экран. Я смотрел на движущуюся картинку, я много трудился. Вот у прям знаменитых советских, ну, можно сказать, советских людей, никто сейчас не... Фабрики закрыты, заводы закрыты. То есть как будто бы вот от само существование открытого завода говорит нам что-то о реальной экономике. Людям страшно терять привычное, потому что экономика – это что, выдувка чугуна? Значит, нету чугуна, значит, как же, вот без него, ничего не делать. То же самое было, ну вот уже больше 100 лет назад, когда от аграрного общества происходил переход к индустриальному. Вот цитируемый мною часто по этому поводу Лев Николаевич Толстой, значит, вот в дневниках Маковецкого написано, когда случилось кровавое воскресенье, то Толстой, значит, говорил, зачем, что вот это почему, решили, что государь должен встречаться с делегацией петербургских рабочих. Кто такие петербургские рабочие, сколько их вообще? Значит, ну, а дальше он будет встречаться с делегацией фонарщиков, а дальше он будет встречаться с делегацией, значит, половых экстрактиров. Ну, он такой встречается со всеми. А рабочий, продолжал Лев Николаевич Толстой свою мысль, живет лучше, чем староста в деревне. Он носит сапоги, он каждый день пьет чай с сахаром. Значит, его жизнь вообще роскошная. И что такое, с точки зрения человека из аграрного общества, был рабочий в начале 20 века? Это был хипстер. Значит, живет на всем готовом, дрова не рубит, воду не носит. Значит, работает, значит, работает. Он приходит там в какой-то цех и стоит какую-то гайку крутит там, да? Он что, землю пашет, он возит сено на вазу, ничего подобного он не делает. Он занимается какими-то странными вот этими вот вещами, вроде того, как с компьютером сидит, в наших терминах говоря, получает деньги за это. Значит, на эти деньги там пьет чай с сахаром, себе закупает сапоги, и еще человек недоволен. Это первое впечатление. Второе впечатление стоит в том, что этих людей мало. Они занимаются чем-то не очень нужным. А что они делают? Они делают либо ненужное, всякие глупости для городских, какой-нибудь там, не знаю, их там, мебель. Либо они делают рельсы и вагоны, по которым потом только хорошие поля, значит, пугают коров. Либо они делают оружие. Вообще такую грешную вещь убивают людей, скажем. При этом 90% населения – это крестьяне. И так будет всегда. Это же понятно, потому что без еды нельзя. Ну хорошо, вы построите много заводов, на что вы есть-то будете, рельсы, что ли, эти? Понятно, что хлебушек – основа всего. Вот логика, которая оказалась совершенно неопровержимой. Прошло некоторое время, значит, есть эти все прекрасные графики о том, как уменьшилось
количество людей, занятых в сельском хозяйстве, как драматически оно уменьшилось, как начиная с 1850 года. При этом еды не то, что не стало меньше, еды стало больше. Голод, который был регулярной чертой, собственно, европейской, городской и сельской жизни, и русской жизни, значит, закончился, но советская власть умела его организовать и не подходящих обстоятельствах, но она все не так делает. Но, в принципе, как естественное явление, он завершился. Еды стало больше, потребление калорий на душу населения возросло, а крестьян не стало. В том смысле, не слышишь, что не стало физически, хотя, опять же, советская власть умела делать это. А в том смысле, что крестьянство как класс перестало быть основным классом. То же самое происходит с, видимо, уже произошло с промышленностью. Видимо. Опять же, с промышленностью, которая требует людских рук. Я думаю, что по аналогии с тем, что происходит с сельским хозяйством, промышленность как раз ждет расцвет. Производительность труда растет. Я не буду сейчас углубляться в то, как нам там роботы принесут всеобщее счастье, потому что я просто не очень сильно в этом понимаю. Россия производительность труда только низкая. Низкая в сравнении с чем? В сравнении с самой собой? Она, в общем, возрастает. У нас производительность труда ниже, чем в странах с сходным уровнем образования населения, урбанизации и даже экономического развития. Это правда. Но еще один, кстати, миф страшный, хочу опровергнуть. Еще есть представление о том, что русские люди мало работают, ленивые, и у нас больше всех праздников. Значит, это абсолютно неправда. Значит, и праздничных дней у нас совершенно не больше всех в мире. И количество рабочих часов в неделю, которые русский человек работает, превосходит, например, показатели Германии и показатели Японии довольно значительно. А знаете, кто превосходит Россию по этому параметру, по количеству рабочих часов в неделю? Мексика. Значит, имейте в виду, товарищи, граждан первого мира эксплуатируют нещадно и одновременно называют их лентяями. Это происходит. В первом мире работают меньше, работают интенсивнее, при этом считаются носителями великой протестантской этики труда. Вот они труженики такие. А мы тут какие-то лопоухие, значит, мексиканцы и, соответственно, русские бездельники, которым тут бы выпить и поспать. В реальности, значит, выясняется, что рабочие недели у нас длиннее, трудовые права защищены меньше, праздников меньше выходных дней, чем в развитых странах мира. То есть работаем мы больше, но, не хочется говорить без толку, но как-то вот с меньшей отдачей. То есть в этом дело не в ленивости и не в объеме затраченного труда, а дело в его эффективности. А эффективность труда, понимаете, в чем дело? Это не такая штука, которую человек может своей волей себе повысить. Вот приду я завтра на работу, буду хорошо так трудиться, эффективность у меня повысится. Производительность труда зависит от организации труда. Мне кажется, здесь есть еще один момент. Я, конечно, не социолог, но вот я по ощущениям, я знаком с этим странным эффектом. Мы в моем родном журнале «Огонек» об этом довольно часто пишем, о том, что социология не улавливает современного человека, потому что у нас есть какие-то параметры там, стандартные, да, уровень образования, уровень доходов, средний вот этот вот вал и так далее. Но это все совершенно ничего не говорит нам о качестве человека. Вот господин Кудрин, который буквально на этой неделе дал интервью, разговор с ним в «Коммерсанте» начинается, он сам начинает. Он начинает этот разговор о счастье. То есть, казалось бы, где счастье и где Кудрин. Но почему он начинает разговор с этого? Вероятно, он сознательно, что называется, обостряет или хочет нам сказать, что прежние... Я выступаю сегодня в роли французского студента, который предлагает все отменить. Я там дальше еще приготовил... Дело в том, что вот эта полнота человеческого благополучия вовсе не исчерпывается вот этими прежними статистическими данными. И здесь, мне кажется, социология в большом долгу, потому что она продолжает нам рассказывать о том, сколько человек получает, и примерно представлять себе, спрашивать этого человека о том, сколько он хотел бы получать, что, на мой взгляд, совершенно абсурдно. Но при этом самого качества современного человека, именно того человека,
нового человека, если мы будем говорить так, вот живущего в этом муравейнике, где надо договариваться, где много свободного времени, и где все люди, на взгляд стороннего человека из 20 века, кажутся детьми, что очень верно сказано. Но хорошо, но вот с этим человеком нужно понять, чего он хочет, и какая из жизней покажется ему наиболее благополучной. И вот в связи с этим я все-таки хотел бы два слова сказать о городском пространстве. Вот я, как бы играя роль французского студента, я бы повторил вслед за предложением отменить понятие «работа», я бы предложил отменить и города, потому что, собственно говоря, вот эти... 500 и 400-летние муравейники человеческие, они ведь, выражаясь вашим языком, они ведь тоже были построены для прошлого. И если, допустим, заграничные какие-нибудь города, я не могу оценивать критически, поскольку являюсь туристом и смотрю на это все-таки с каким-то преувеличенным интересом. То, что касается Москвы, например, я совершенно, мне кажется, это очень важная вещь. Ведь вот, казалось бы, Сергей Семенович Собянин пытался сделать Москву лучше. Похорошевше. И в общем-то, он формально тоже делал все правильно. Но, тем не менее, до конца не получилось. Не получилось потому, что, опять же, отталкивался он в своих программах вместе со своими урбанистами-помощниками, отталкивался он не от нового человека, а от старого пространства. Ведь как устроена в сущности Москва? Вы говорили о широких проспектах, но ведь Москва, какой мы ее знаем сейчас, придумана была при Сталине. Эти самые широкие проспекты не должны были стать такими подиумами, которые демонстрировали бы всей стране и всему миру процветание человека. Вот того человека уже нет, того строя уже нет. А вот эта тоталитарная геометрия, которая должна лишь презентовать не самого человека, а презентовать массы, эта Москва осталась. И вот вместо того, чтобы разрушить эту тоталитарную геометрию, Сергей Семенович Собянин взялся мастить эту геометрию, укреплять ее, украшать и перекрашивать. Вот в чем проблема. И если уж мы говорим о современном человеке, то нужно задуматься, поставить вопрос так, а что есть пространство для этого современного человека? Я не уверен вообще, что это город. После окончания победы над Деголем мы перешли на борьбу Сергея Семеновича Собянина. Смотрите, в чем я соглашусь с вами? Я соглашусь насчет тоталитарной геометрии. Да, конечно, центральная Москва и Москва спальных районов – это сталинский и постсталинский город, это понятно. В принципе, можно сказать, что с любым крупным средневековым городом происходила когда-нибудь история, подобная генплану. Московский генплан, по-моему, ориентировался на Наполеона III, на его перестройку Парижа. Значит, все хотели из средневекового концентрического, кривого, грязного русского города сделать вот эту самую действительно такое смутное воспоминание о Риме, такой имперский город, в котором были бы широкие площади, в котором были бы панорамы, по которым еще можно проехаться на триумфальной колеснице. Все это понятно. Все это понятно. Действительно, собянинское благоустройство несколько пытается восстановить вот этот вот город из фильма «Весна», из фильма «Цирк», да, в котором нет проводов, тянешься через улицу, нет рекламы, нет маленьких лавочек, значит, а есть вот эта самая широкая улица, в которой любой фанат идет и поет свою там какую-то хоровую песню. Но что я хочу сказать в защиту города Москвы, если мне Сергей Семенович Собянин? Жизнь прорастет сквозь любую тоталитарную... Как это случилось во время мундиала? Значит, как это происходит каждый день вокруг нас. Москва – город, населенный людьми. Хотя государство пытается сделать из него город, в котором только оно само бесконечно проецирует себя на разные поверхности, все равно люди здесь как-то нарастают, и жизнь нарастает. Москва всегда была чрезвычайно уродливым городом, в том смысле, что хорошо эклектичным очень городом, вот эта эклектика всегда была ее душою, и она же и останется. Нельзя ее очистить до этого белого сталинского кителя,
белого гранита, невозможно все равно на нем нарисовать чего-нибудь, подкладку заложить, закладку, шурму будет жарить, все равно какой-то такой вот смутный Стамбул здесь произрастет, и слава богу, это хорошо, потому что это живая жизнь. Смотрите, почему мы, политологи, молимся на города, почему процесс урбанизации связан и с процессом замирения, и с демократизацией, и с ростом либеральных ценностей, потому что город – это разнообразие, суть городской жизни – сожительство разных, сожительство непохожих. Жизнь в городе учит договариваться. Почему я сказала, что 20 век был, может быть, потом будет оказаться скорее исключением какой-то заголовины на пути исторического развития, а не одним из логичных этапов этого развития? Потому что массовое общество, общество 20 века, общество индустриального 20 века, оно было унифицировано. То есть, с одной стороны, произошла урбанизация, с другой стороны, массы делались одинаковыми, на них накладывался единый стандарт. Массовое жилищное строительство, промышленное производство одежды, массовая пропаганда. То есть вот это массовое общество имени Артемьевса, оно действительно состояло из неких таких унифицированных единиц, похожих друг на друга. К концу 20 века это все стало рассыпаться. Под влиянием чего? Под влиянием целого ряда процессов. Миграции, великого переселения народов, рост расового, национального и этнического разнообразия, дальнейшая эмансипация женщин, вышеупомянутый рост продолжительности жизни, успехи медицины, которые сделали возможную жизнь не только для молодых здоровых мужчин, а все остальные либо умирают, либо прячутся в своих жилищах. Смерть есть только в Китае. Все вылезли на свет Божий, все стали присутствовать в обществе. Ну, кстати, не знаю, одна из мелких вещей, которые поражают в Европе, когда там бываешь, это то, что вот люди в обслуживающий персонал, если воспользоваться бестактным советским выражением, пожилые люди, официанты, продавцы, то есть вот у нас еще есть этот иджистский этот фашизм, что обязательно тебе должна в магазине, ты должна встречать молодая красивая девушка. Вот мы хотим видеть только молодые тела и лица. А в цивилизованных странах там это совершенно не так. Если, так сказать, работник пожилой, значит, он опытный, он дороже стоит. Поэтому во всех этих там великих кафе и Вены вам будет кофе приносить такой шепель, который может встать и как-то пожать ему руку. Вот, а не сделать ему заказ. Седой такой еще изучаемый почтенный. Да, если их спросить где-нибудь там в Вене, есть ли у вас Wi-Fi, он тебя так посмотрит, как будто его спросил, есть ли у вас там, не знаю, если вы вибраторы посетите, ну, все такое. Ну, вот, в общем, это тоже отдельно приятно. Так вот. Перечисляя те процессы, которые сделали города разнообразными. Дальше. Постиндустриальная экономика, разные типы занятости. Не три профессии. Солдат, инженер, кто там, железнодорожный рабочий, да? Учитель, врач, который лечит раненых. А бесконечное разнообразие профессий, тех занятий, которые у предшественников наших вообще не ассоциировались с работой, о чем мы уже тут говорили. Соответственно, размазывание вот этого рабочего дня по всему дню и от этого стирание грани между рабочим и личным пространством. Поэтому мы живем вот этой вот распространенной жизнью и во дворе, и в парке, и в кафе, и в антикафе, и в коворкинге, прости господи, тоже, потому что мы как-то все время работаем, мы все время должны быть на связи, при этом мы не должны являться какому-то определенному часу в определенное место. Вот это вот сделало город этим самым городом цветущей сложности, чем то же, что нам напоминает средневековый город, в котором есть и, ну, средневековые люди вообще перемещались гораздо свободнее, чем мы думаем. Европа была лоскутным одеялом, границы не очень охранялись до того, как национальное государство родилось и стало стеречь свой ресурс людской и географический, то, в общем, народ по Европе пройдет туда-сюда, записывался в армии других государей, да, там повоюет, тут, значит, поплавает, рыбу половит, там еще что-нибудь такое. Ну, вот, то есть люди были парадоксальным образом мобильны, не так, как мы себе это представляем. Интересно, ну, например, там Эдвард Гиббон, да, историк великий, который написал историю упадка и падения Римской империи, так вот он, предисловие к ней, он пишет. Значит, вот для того, чтобы дать вам понятие о том, каким бы властью, каким величием обладал римский Цезарь, представьте, что он был владыкой всего цивилизованного пространства. Ведь сейчас, пишет Гиббон, от середины 18 века, когда он пишет, 3 часа в Корите перевозят меня из-под власти одного государя к другому государю. И если я с одним поссорился, то я к другому всегда уеду. А тогда, если там типа к вам был милостив Цезарь, то все уже. Дальше будет только варвары и людоеды, да, либо вот римская территория. То есть понятная мысль, да? Но мы-то из этого можем извлечь его картину
тогдашней Европы. Да? Ну, для России, к сожалению, это не было так, потому что 3 года скачать ни до какого государства не наскачешь, но для людей на территории континентальной Европы и в определенной степени в Англии тоже это было так, они жили в этом лоскутном одеяле, и мы тоже опять в нем живем. Мы тоже, можно сказать, 3 часа в крылатой карете уносит меня от одного государя к другому государю. Если один мне не понравился, то знаете, что я голову прилечу, вот, и там найду применение своим способностям. Вот это вот дает нам это самое разнообразие, которое, естественно, людей пугает, называют у них протест, называют у них стремление вернуть все назад, сделать себя, как там снова великими, значит, вернуться. Вот к этой ситуации, которая вот этого мифологизированного прошлого, которое представляется простым, унифицированным, там, униформно-белым, наполненным солидными мужчинами в пиджаках, они вот этим вот всем безобразием. И это все понятно. Я думаю, что политически то, что мы называем сейчас вот этой правой волной и каким-то консервативным поворотом, это, конечно, последняя гастроль уходящей реальности, и великое счастье, великое преимущество демократии стоит в том, что она дает возможность для такой последней гастроли в мирном. Слушайте, я хочу вспомнить один ваш тезис. Я буду сейчас играть защиту к каракам, только вы мне не мешаете. Мне он очень понравился. Я слышал его года полтора назад. И я считаю, что он прекрасно описывает нашу же конкретную российскую действительность. Вы говорили как-то, что наша система, она похожа на ну, вот, какую-то железную конструкцию, где все гайки, все болты на своем месте, просто все это вместе не до конца затянуто. Оно расшатано. Да? И поэтому о чем этот разговор? О том, что в сущности наша нынешняя система вполне готова трансформироваться при желании, при воле других. И, в общем-то, для этого, в отличие от перестроечного времени, от Горбачевского, у нас есть для этого все работающие механизмы, только нужно эти гайки подтянуть. Я вспомнил об этом тезисе, когда, собственно, улица Никольская, это стало таким вот важным общественным феноменом, они писали тексты, я тоже писал. Я вспоминал об этом вашем тезисе по поводу гаек и болтов, закрученных и завинченных. Я вспоминал, когда заходила речь об этой улице Никольской, потому что в сущности, ну что это такое? Это свободная улица, да, где люди перемещались, где люди радовались жизни и вообще вели себя как свободные люди. Да? И эта новость заслонила, собственно говоря, для какой-то части людей, которые не интересуются футболом, заслонила, и, собственно, и сам чемпионат. Что это такое, как я это понимаю? Это вот о том, что если определенные общественные гайки и болты находятся на своем месте, людям ничего не мешает, у людей возникает вот этот самый общественный инстинкт. Они совершенно спокойно сосуществуют на каком-то узком пространстве, особого криминала там не было, ровно так же самоорганизуется эта площадь, ровно так же, как любые автономные пространства, то есть спустя 2 дня появляется торговля, спустя 3 дня появляется кухня, спустя 4 дня появляется вегетарианская кухня. То есть вот это пример того, как общество способно договориться. Во время Окупай-Абая в Москве вещи совершенно, так сказать, противоположные и протестные. Жизнь, между прочим, социума выстраивалась ровно по тем же правилам. Наше общество, резюмируем, вполне способно самоорганизоваться, несмотря на то, что, несмотря на негативный опыт, да, вполне способна договориться между собой, вполне способна жить, не мешая друг другу, не нарушая правил и уважая друг друга. То есть потенциально оно готово занять эти места. Собственно говоря, единственное, чего этому обществу не хватает, ему не хватает благословения. Никто ему в широком смысле не говорит. Вот так, как ты жил на Никольской улице в течение 30 дней, вот это, в общем-то, и есть идеал человеческого существования, а не исключение из правил. Мне очень приятно, что вы запомнили эту мою мысль, она мне дорога. Я слушаю радио. Это мысль о полутора оборотах, которых не хватает. Первый взгляд она может показаться как-то такой избыточно оптимистичной, а на самом деле, когда в нее вдумаешься, именно это способно свести с ума.
приятно находиться в состоянии унылой безнадежности, которая говорит, что тут все тут не так, и народ не тот, и вся система не такая, только снести до основания, а потом уж как-нибудь после кто-то о чем мечтает, на иллюстрациях, препарациях и прочем тотальном поколении, тут уже на чистой, значит, площадке строить что-то новое. Это приятное ощущение, потому что, во-первых, оно тебе сразу дает индульгенцию на твое бездействие, потому что, ну, что заниматься ерундой, да, что по мелочам пострадать, потому что понять, что все ужасно, все не так. А с другой стороны, оно дает тебе надежду на то, что когда-то вот случится этот какой-то страшный суд, а вот после него праведника возьмут в жизнь вечную. Но когда ты понимаешь, что мы не территория с аномальным населением, а мы территория с аномальной администрацией, и даже эта аномальная администрация не то, чтобы такая аномальная, что их надо всех гуманно усыплять хлороформом, а на самом деле небольшая системная подкрутка делает их тоже вполне работоспособными государственными служащими. А когда ты понимаешь, что это все, в общем, довольно легко делается, но при этом этого не происходит, и время уходит напрасно, в никуда, понимаете, не потому что там оно, понимаете, пожирается дьяволом, да, не потому что это темные века, которые надо пережить, они могли бы быть совершенно другими, но при этом все равно это время уходит. И те люди, которые, тем страшнее видеть тех людей, которые становятся жертвой этой временной аномалии, которые, в общем, не имеют причин никаких особенных, которые тоже могло бы не существовать. Ну, как, я не знаю, там наиболее очевидные модернизационные трансформации происходят в сознании людей относительно их же собственной интимной жизни. Да, семья, отношения к детям, отношения полов, вот это вот у нас уже вполне модернизировалось. Значит, при этом, поскольку государство проводит политику ровно противоположную, то оно, например, устраивает на пустом месте у нас эпидемию ВИЧ, которая единственная причина является отсутствие адекватной работы с наркозависимыми, адекватного сексуального просвещения, значит, доступности контрацептивов, все тех вещей, которые недорого стоят и быстро дают эффект. Это проверено уже многократно вообще на всех странах мира. Вместо этого мы рассказываем про Петра и Февронию и заедаем век молодых людей, которые страдают от, неподкорректно скажу, каких-то африканских болезней, африканских несчастий, совершенно живя в другом месте, в другое время и сами будучи другими людьми. Это ужасно, это ужаснее, чем думать, что ах, вот тут, вот, понимаете, отсталый народ, что с него возьмешь, да, они там не умеют руки мыть, да все не умеют. Этого всего не должно быть, потому что этому нет причин. Это не вырастает из почвы, чаще, гуще, это не объясняется, прости господи, там, вековыми заветами, как-то там колеей еще одно тоже, псевдонаучное понятие менталитета. Это все, в общем, совершенно случайно. И все может быть совершенно иначе. И как только жизни действительно дают, как вы сейчас описали, самореализовать себя, она организует себя наилучшим образом. Гуманным, эффективным, современным. То есть люди не начали там, не знаю, что они там не начали делать. Бить друг другу морду, продавать женщин в рабство, выковыривать розетки из стен с целью их продать, может быть, цветные металлы, фонари. Нет, они вели себя в высшей степени цивилизованно. Но. Несмотря на все эти радужные прогнозы, что мы видим? Мы видим, однако же, мощное наступление архаики, мощное наступление фундаментализма. Вот тут я вас хочу спросить. Да. Вы некоторое время назад брали на себя героическую совершенно функцию, тяжкий труд, вредный чрезвычайно для здоровья, а вы смотрели пропагандистское телевидение и слушали соответствующие радиостанции. И до сих пор. Вот вы до сих пор не бросаете эту работу, она совершенно ужасная, не знаю, как вы выдержите. А скажите мне, пожалуйста. Привыкая, зло завораживает. Хорошо. Ты слышишь, что хорошо, но понятно. А скажите мне, пожалуйста, значит, ну вот сейчас наступает такой момент, когда телевизионная повестка и повестка, реальная повестка социума, они расходятся уже так, что между ними уже вообще нет точек соприкосновения. Когда они были, какой-то рапорт между ними существовал, но вот сейчас уже все, уже они натянули эту резиночку так, что она, не могу сказать, лопнула, но лопается. Значит, мы видим стремительное старение телевизионной аудитории, быстрее, чем темп старения населения в целом. Мы видим снижение доверия государственным СМИ вообще. Значит, уже действительно то, о чем говорили, что это будет, что люди доверяют интернету больше, чем телевидению, вот оно уже, здравствуйте, наступило, не только для молодых, но и для немолодых. Значит, телевизионная аудитория, которая еще недавно была, значит, там 45+, она уже 55+, она уже ближе к 60,
она стареет, стареет, стареет. Чем моложе страх, тем меньше смотрят и меньше доверяют. Это, кстати, не совсем одно и то же. В нашем случае у нас смотрят и не доверяют. Значит, как это удивительно. Хочется его смотреть и ненавидеть, смотреть и ненавидеть. Это, кстати, не совсем то, на самом деле, если не, так сказать, не радоваться Пелевину Островному, а смотреть на социологию, то люди смотрят не для того, чтобы узнать правду, они примерно догадываются, что правду им никакой там не расскажут, они смотрят, чтобы понять, что он не умел власти. Телевидение рассматривают совершенно резонно, как микрофон Кремля, проще говоря, да? И поскольку ты очень сильно зависишь от государства, то тебе надо понять, что там у них на уме, что они там завтра задумали. Там доллар запретят, вес закроют, еще что-нибудь надо сделать, там гречку покупать или еще погодить. Вот для этого люди смотрят. То есть тут уровень доверия, уровень просмотров не напрямую связан друг с другом. Так вот, и не доверяют, и уже и не смотрят. Значит, скажите, пожалуйста, эти несчастные как раз создают хотя бы смутно, что смерть их приближается? Есть какие-то попытки чуть-чуть настроиться на реальность? Или пока указаний не было, была вся та же дудица? Как там? Что там у них? Нет, мне нечем вас порадовать, потому что я хочу... Не-не-не, меня не порадуют. Конечно, мы все с нетерпением ждем каких-нибудь новых сигналов, но единственная новость, о которой можно сказать, это то, что вот эта система пропаганды, она застыла как бы вот в своем развитии, как говорится, в соответствии со своей природой. Она тоже превратилась в какой-то механизм. Там появились свои правила, свои мелкие правила, свои манеры. Ну, то есть она состоялась как система. Она единственная новость, то, что она не развивается. Например, там в 2014-2015 году было огромное количество, так сказать, вот новых слов и новых энергий, введенных в оборот, энергии ненависти, hate speech. Скажем, в 2016 году количество этой новизны уменьшалось. В 2017 году уменьшалось, и вот к 2018 году мы за 5 лет, стало быть, этой активной фазы, да, мы фиксируем снижение появления, как прямо какой-то бюрократ, снижение вот, новизны. Вот я бы сформулировал это так. Ничего не происходит. Мы знаем, что вот застывшая в своем развитии система, если она не идет вперед, она не развивается, она, соответственно, катастрофически как бы гниет изнутри. Но вот что самое удивительное, как говорится, в наш динамичный век, наш век скоростей, удивительно, что какая-то система, причем языковая, казалось бы, подвижная, и языковая, и смысловая, что самое главное, она способна не изменяться, причем не изменяться тоже искусственно. Вот это для меня, пожалуй, сейчас наиболее необъяснимая вещь. Как вот эта динамичная структура, которая все-таки состоит из тысяч людей, которые все-таки не то чтобы делают это все прямо уж сразу только за деньги, ну и вкладывают какую-то в эту душу сердце, да? Как это может не изменяться совершенно? Вот это для меня абсолютно... Вот единственная новизна, которую можно сказать, о том, что система прям вот устоялась и стала... То есть не появляется новых спикеров, да, каких-то? Не появляется новых слов, не появляется новых идей. Ну окей, нас тут мы должны быть объективны, нам сказать, ну хорошо, на эхе Москвы появляются, что ли, новые спикеры? Нет, мы сейчас вообще не будем говорить, во-первых. А во-вторых, некоторые уходят, некоторые появляются. То, что вы говорите, очень важно, я рада это слышать. А вот вы, как политолог, как это оцениваете, именно эту недвижимость или недвижимость системы? Если она застыла и не развивается, это что значит? Что она долго еще протянет или это значит, что нет? Значит, новых лиц, как вы утверждаете, тоже не появилось, то есть показывают живых мертвецов по-прежнему, да? Хорошо. Значит, это все прекрасно, потому что изменения обозначали бы наличие контакта с реальностью и способность к развитию, способность к адаптации, по крайней мере, то, что в принципе так характерно для нашей политической системы, которую я всегда характеризую как неспособную к развитию, но способную к адаптации, как приспособленческую по своей природе. Вообще, конформизм и приспособленчество, такой советский термин, это, к сожалению, одно из
таких вот слов, написанных на нашем гербе и флаге, это для общества характерно в большей степени, чем нам бы хотелось, и для политической машины тоже. Вот эта вот адаптивность, избыточная адаптивность, там, где надо бы не адаптироваться, а наоборот изменять условия, не приспосабливаться к ним, у нас и граждане склонны приспосабливаться, и, собственно говоря, политическая машина тоже. Для нее это не такой большой грех, потому что понятно, что она будет пытаться произвести противоположное впечатление, тех, кто никогда не прогибается, тех, кто вообще стоит каменной стеной, еще вот это вот мне очень нравится, никогда не действует под давлением. Значит, только под давлением действует. Отлично действует под давлением, прогибается как медика. Значит, но понятно, что мы пенсионная реформа подкрутили так, что экономический смысл, как сообщил печальный Минфин, да, и сказал, что теперь тех бюджетных выгод, которые мы надеялись получить, теперь мы уже не получим. Это тоже одна из проявлений этой прекрасной адаптивности, когда и граждане недовольны, и, собственно говоря, то есть, как бы хотели ограбить людей, стали получить деньги, люди чувствуют себя ограбленным, денег не получили. То есть вот так надо уметь вести правильную политическую стратегию. Так вот, то, что вы говорите, очень важно, вот почему. Значит, мы видим элемент этой системы, значимый для нее, произведение впечатления, да, вот это вот проекция цветных картинок на поверхности, это одна из ее основных функций. Там мы видим отсутствие адаптационных стратегий, мы видим тупое безнадежное ожидание собственной смерти без каких-то попыток ее хотя бы отсрочить. То есть смотрите, что происходит. Ну, даже вот с точки зрения такой самой простой менеджерской, да, утекает сквозь пальцы аудитория, да, уходят зрители, новых не приходит. Существующие медленно стареют и умирают прямо на диване, и не замещаясь никем. Значит, аудитория уходит не просто куда-то там рыдая, да, она уходит к другим медиа. Что мы пытаемся делать? Мы пытаемся делать ничего. Следовательно, что из этого может следовать? Что этот кусок системы наименее жизнеспособен, значит, он либо отомрет первым, либо он отвалится, на этом месте образуется дыра, в нее зайдет какой-то свежий воздух, или там, не знаю, наоборот, ядовитый вирус, неважно что-то. Но это важно, это важно. Вот это отсутствие попыток адаптироваться, это значимый на самом деле синдром, значит, там нету жизни, даже нет инстинкта самосохранения. Я бы хотел сказать еще об одной важной вещи, вы упомянули. Это вот состояние одновременно верю и не верю. На самом деле это оно понимает, нужно его понимать именно в комплексе. Но вы говорите об адаптивности системы, но ведь и человек тоже поднаторел в этом. Он тоже научился приспосабливаться и к вот этому языку тоже. Мы, наверное, вот сейчас даже можем поговорить об этом языке. Вот это состояние верю и не верю, оно совершенно категорически и отличает... Ну, впрочем, нет, советский человек тоже верил и не верил, потому что... Вы мысли, это, конечно, советский навык. У нас не совсем верю и не верю. У нас тут не верю, но опасаюсь, поэтому слушаю. То есть слушаю не для того, чтобы мне рассказали, как оно на самом деле, а слушаю для того, чтобы я слушаю твое вранье, чтобы понять, что у тебя внутри. Давай-ка я притворюсь, что я тебе верю, потому что, может быть, из этого что-то получится. Давай-ка я тебя внимательно послушаю, потому что я тебя завишу, я тебя опасаюсь. Поэтому из направления твоего вранья я постараюсь угадать, как ты ко мне собираешься в карман залезть. И совсем просто. Да, это совершенно какой-то, да, ведь это Достоевский тип, только теперь мы имеем дело с коллективным Достоевским, потому что самое интересное во всей этой истории, ну, вы любите Толстого, я тоже, самое интересное во всей этой истории, это именно состояние, я бы сказал, морального саморазрушения и получения удовольствия от этого. Вот откуда все эти призывы, все то, что называется катастрофическим типом. Зачем этот условный пропагандист желает уничтожения не только всего или какой-то части человечества, но и фактически и самого себя. Он же не дурак, он же понимает, что в нынешней ситуации это называется самоотрицание. Ну вот это я и называю достоевщиной, потому что это как бы бахвальство собственным концом, да, бахвальство от собственного саморазрушения. Конечно, это все приходит к этому. Вот почему я называю это достоевщиной. При этом, понимаете, две вещи хочу сказать. Во-первых, говорят нам психологи, что
вот всякие, так сказать, маньяк-убийцы, он оставляет какие-то следы, и для того, чтобы подсознательно, он посылает сигнал «останови меня». Он чувствует, что он совершает зло, над которым он не властен, который живет в его душе и побуждает. Держите меня семеро. Держите меня семеро. Поэтому он хочет, чтобы его поймали, чтобы его остановили, потому что он не может сам себя остановить. Это первое. Второе, что касается нашей с вами настоящей, на которую вы описываете. Ну, тут должна сказать, что ведь это же все в значительной степени понарушено. Ну, все ведь знают, что ничего никому не будет, да, на самом деле. Я бы опасался. Положено опасаться, положено сказать, ведь так можно заиграться однажды, и тогда это все перейдет, гибридность в нечто настоящее, ну, так, ну, вечную гибридность. Да, значит, в вечную атомную зиму. Это не исключено. Но для тех людей, которые в это вовлечены, конечно, эта игра возможна только при глубоком и неформулируемом убеждении, что им ничего за это не будет, и что все это не на самом деле. Мы сейчас не будем говорить о том, насколько это убеждение соответствует реальности или нет, но оно есть. И это тоже связано с вашим с вами великим трендом снижения насилия. Понимаете, войны понарошку. Все происходит на экране. И в языке. Да. Язык является компенсацией насилия. Насилие становится символическим. Да. Понимаете, в мире вот этой вот старой маскулинной менталистской морали, можно назвать, демократической морали, сейчас она больше уже похожа на мораль уголовную, там вот слово имело цену жизни, за слово убивали. Где сейчас за слово убивают? В тюрьме и в воровских обществах, да? Значит, там кто-то там убил свою сестру за то, что она разместила свое фото из плака в социальных сетях. В честь семьи, прежде всего, да? То есть в тюремной камере один другому сказал не то слово, пришлось зарезать его убить. А что поделаешь? Вот к чему свелась эта самая неэкзотическая мораль. В нашем с вами мире, так сказать, пост чести, в мире вот этой новой этики, болтать может кто же всякий шоу. Но более или менее все знают, что это в общем не особенно к чему приводит. Это производит впечатление, особенно на нас, людей промежуточного этапа, а все люди промежуточного этапа, все те, кто родились не в сети. На нас производит впечатление какой-то вот энтропии зла и агрессии. Раньше разве мог бы кто-нибудь себе такое позволить? Разве раньше мировые лидеры говорили такое друг другу? И это же вообще ужас и кошмар. Да, это ужас и кошмар. Раньше мировые лидеры все были солидные мужчины. Просто только воевали в бесконечности. Вот. А сейчас они несут черт что, но зато воюют гораздо меньше, с меньшими людскими потерями. Давайте будем это ценить. Точно так же мы с вами, ну, не то, что мы с вами, но многие люди, не будем показывать пальцем, ругаются в социальных сетях, но почему-то не бьют друг другу морду, так называемым офлайн. Это тоже хорошо. Значит, есть разные мнения, правда, насчет того, как вот этот хейт-спич, он как бы является симулятором насилия, либо он является, наоборот, раздражителем, который потом приводит к насилию. Произведением насилия или последствием насилия? Да, единого мнения тут нет. Ну, если проводить аналогию с компьютерными играми, то ответ будет однозначный, что это является, конечно же, средством снижения насилия, а не повышения его, потому что, ну, есть это популярное такое родительское представление, что жестокие компьютерные игры, они являются триггером реального насилия. Статистика говорит нам, криминальная статистика, дело обстоит с точностью до наоборот. Компьютерные игры – одно из значимых факторов снижения молодежной преступности. То есть, извините, Катя, это очень важно, я слышал уже от вас вот этот месяц. Да, это самая парадоксальная вещь, на самом деле. У меня нет уверенности, завершу свою мысль, у меня нет уверенности, что это аналогия с криминалом. Это самое парадоксальное и самое приятное для слуха и сознания мысль, что на самом деле, как говорится, пусть говорят, да, то есть лучше пусть говорят, чем стреляют. Пусть лучше стреляют словами, чем стреляют пулями. Ну, значит, кто-то всегда наслушается и пойдет чем-то там стрелять. То есть, снимать ответственность с пропаганды, из-за которой большое количество и пошло стрелять настоящих людей, да, наслушаясь этого всего, возмутившись. Да. Вот этой вот ужасом и несправедливостью, которую показывают, все это пошли и сложили свои буйные головы в каком-то канале. В Донецке совершенно ни для чего, ни зачем, без последствий, без причин, без чего бы то ни было. Вот эта вот напрасность, она действительно одна из таких ужасных, наоборот, черт нашей эпохи. То есть нельзя даже сказать, что да, вот он погиб там за правое дело, или неважно, за неправое. Там Гитлер его там. Где это дело? Это не дело нет, ни Гитлера нет, ничего нет. Просто вот с тем же успехом можно было выпрыгнуть из окна или попасть под машину. Все это ни для чего. Но меня все-таки вот интересует вот этот вопрос.
Может быть, это в каком-то высшем смысле, то есть когда на все происходящее здесь у нас посмотрят тоже какие-нибудь специалисты спустя 20 или 30 лет, да и мы сами, надеюсь, посмотрим. Учитывая учебные жизни, шанс у нас может случиться, да, не будем загадывать. И получится так, что вот это как бы хейт-говорильня, как бы этот язык ненависти, он и послужил как бы клапаном, выходом, то есть мне самому страшно это произносить, но может типа, как говорят любые люди, может типа это был единственный, это был лучший из худших вариантов, который и снижал агрессию. Я не совсем согласен с этой идеей, но мне, вот эта ваша идея, она мне нравится именно своей какой-то неимоверной парадоксальностью и оптимизмом. Я попугаюсь уже за слово оптимизм. Смотрите, с противоположной стороны что скажу. У меня, еще раз повторю, у меня нет уверенности, что аналогия между участием в компьютерных играх и участием там, в сетевых дискуссиях или потреблением пропагандистского продукта, она справедлива. Похоже, а может быть и нет. Когда вы говорите, что возможно, вдруг это был клапан, через который вышла какая-то отрицательная энергия, я вам скажу, если не было этой отрицательной энергии, если ее накрутили, не было агрессии в обществе, которая ждала, куда вылиться, что у вас в 11 году или в 13 году породила какая-то, значит, темная масса в социуме, которая хотела с кем-то повоевать, никто этого не хотел. У нас люди были озабочены совершенно другим проблемам, у них начиналось осознание той проблематики, которая сейчас выходит на передний план, социальный, не политическое, вот этот же самый запрос на участие, запрос на учет своих интересов при принятии решений, запрос на справедливость, на справедливый суд, на честные выборы. Все это было в 2011-2012 году, потом людям задурили голову совершенно случайной и ненужной повесткой, они ненадолго этим увлеклись, их обвинили в том, что раз они ненадолго этим увлеклись, то они, значит, кровожадные милитаристы, и такого и хотят, и всего этого заслуживают. Сейчас это начинает уже окончательно облизать, весь этот там крымский консолидационный эффект уже все закончился этим летом, простимся с ним. И мы остались приблизительно с теми же социологическими показателями, как в 2011-2012 году, только плюс, извините, пожалуйста, переубивали все-таки некоторое количество людей, ругались со всем миром, устроили экономический застой, и все это опять же не зачем. Все это для того, чтобы вернуться опять в 2011 год, ну, только я скажу на это, что да, за эти годы общество выросло, оно не только смотрело телевизор, оно училось общаться, оно организовывалось, у нас возникло совершенно новое, другое качество гражданских организаций, другое качество НКО, даже и государственная машинка худо-бедно там как-то развивалась, цивилизовывалась, на ее нижних этажах подросла более-менее грамотная бюрократия, на ее верхних этажах осталась та странная публика, которая там осталась. Но тем не менее, то есть нельзя сказать, что мы эти годы только потратили впустую, но все равно, с точки зрения целого ряда параметров, мы вернулись назад, и что вот эти вот 7 лет, ну все зачем? Какого рожна вот это будет устраивать? Я все-таки, единственное, с чем не согласился бы, с тем, что как будто бы до 2014 года или там до 2011 года был какой-то вот нормальный, пригодный человек, а потом он вдруг испортился, или его испортил телевизор. У меня на этот счет есть совершенно, как бы, конечно, фундаментальное предположение. Ведь там самое удивительное – это ситуация, когда человек 20 лет живет при капитализме, и ему рассказывают о том, как было хорошо при советской власти. Это шизофрения. То есть так нельзя жить. И эта шизофрения, она не проходит даром, она не проходит бесследно. Потому что когда тебе рассказывают, как бесконечно прекрасно было в 60-х, 70-х, юбки колоколом, машины вот эти чистенькие, красивые москвичи, значит, победы, Волги, значит, эти вот мостовые, голым можно было гулять, как в сериале «Оттепель», можно было вот так вот погулять. Да, там прям такое показывают. Свобода вот такая была, и как бы, и что вам разве этой свободы как бы мало, зачем вам больше? То есть это шизофрения, потому что когда ты живешь по законам капитализма, а тебе навязывают, так сказать, во-первых, какую-то ностальгическую мораль, то есть как бы какая-то мораль в прошлом, то есть все лучшее было в прошлом. Это, кстати говоря, очень типично для вот психологии пропагандиста, которая не имеет отношения никакого практически даже к политике там или к экономике. Они все считают, что лучшее
что было с человечеством, с миром, с человеком, уже случилось. Это такой совершенно взгляд, повернутый назад. Все лучшее было в прошлом. Это вот такое, как бы такая позиция. Но я хочу сказать о другом. Я хочу сказать, что дело в том, что от вот этого несочетания экономического бытия твоего и повседневного, и вот этой картинки телевизионной, и всего, что окружает тебя, социального, от этой шизофрении как раз и рождается неуверенность в собственной жизни. Как раз и рождается какой-то невроз, который требует выхода. Главной фундаментальной ошибкой демократов и Ельцина, на мой взгляд, было то, что в 90-е годы они не объясняли словами, что происходит с людьми. Они понадеялись, как это принято, на экономику, но никто не рассказал людям, что за идея стоит за этим. Что вот прежде появилась идея экономической свободы, а потом появились продукты в магазинах. Нужно было с этим концептом, с этой новой жизнью человека познакомить. Звучит это совершенно дико, казалось бы, когда сама жизнь тебя учит, научает тебя этим новым правилам, ты сам становишься другим. Но вот главная ошибка вот этих прошлых, этих 90-х лет заключалась в том, что экономическое поведение вовсе не меняет твою мораль, не меняет твою этику. Ее нужно как бы подтолкнуть, или выражаясь вашим языком, немного подтянуть в соответствии с этим. Вот чем нужно было заниматься, и вот что было самое неожиданное, что, оказывается, с человеком нужно было поработать для того, чтобы он смог жить новой экономической жизнью. Он может ею жить, но если этому уровню экономики не соответствует уровень, не соответствует морали, не соответствует этика, то капитализма не получается. Вы знаете, капитализма не получается, если выстраивать его монополистическую модель, ресурсы концентрировать в руках немногих, а экономическую активность низовой ограничивать государственную. Потому что я не могу сказать, что человек как-то оказался в море экономической свободы, такого вольного рынка, но почему-то не сумел головой к этому приспособиться. Человек оказался в ситуации, когда бывшие начальники расхватили между собой куски собственности, раздали своим друзьям, а дальше позволили чуть-чуть людям зарабатывать, наверное, довольно короткое время, а дальше государственный прессинг стал опускаться и опускаться. У нас с вами монополистический капитализм, это очень дискомфортная модель для жизни. Но мы правы в том, что вот эта вот идея, укрепленная в головах всех марксистов, а все постсоветские люди марксисты, насчет базиса и надстройки, насчет того, что первичное, что вторичное, эта идея очень спорная. Недооценивают поле символического, недооценивают силу идей, недооценивают то, насколько сознание определяет бытие, а не наоборот. Ну, в, так сказать, светлую сторону, что могу сказать, ностальгия по прошлому, в период бурных перемен, это свойство человеческой натуры. Вот вы говорите человеку, значит, жившему при капитализме, объясняли, что самое, продолжают объяснять, что самая лучшая жизнь была при советской власти. Но викторианскому человеку, жившему в период бурной индустриализации, объясняли, что самая лучшая жизнь была при короле Артуре. Да? То есть был культ средневековья, неоготика в архитектуре, прерафаэлиты в изобразительном искусстве, в духовной сфере, значит, Лев Толстой, опрощение, возвращение к евангельским корням и основам. В Англии, значит, Джон Рёскин тоже проклинал и капитализм, и политэкономию. И вот эту вот всю дьявольскую машину наживы и тоже призывал всех жить ручным трудом у чистых рек и так, значит, вот, как-то возвращаться к прекрасным старым временам. Это нормально. Перемены пугают, привычное воспринимается как безопасное. Это одно из плохих свойств нашей психики, но она такова. То, что мы уже пережили, нам кажется, что это безопасно. Поэтому дети из плохих семей складывают плохие семьи, потому что не знакомы, по крайней мере, эта модель. Так вот, это естественная часть. Той пропаганды, которую они описывают, есть и противоестественная часть. Нам действительно рекламирует советскую власть неудержимой силой. Иначе это делать довольно рано, уже во второй половине 90-х со старых песен о главном это началось. Значит, ну сейчас, глядя назад, на все эти веселые, добрые такие творческие упражнения, берет опор, каким надо было быть, чтобы фильм «Кубанские казаки» взять в качестве того самого образца для первых старых песен о главном на новый 96-й год. Кубанские казаки, чудовищную насмешку над голодающими, которую сняла советская власть, вот эту вот сказку об изобилии, ровно на тех местах, где люди ели друг друга. И после этого, когда все это уже было известно, взять и сделать из этого опять, значит, оперетту. Сказку такую, да? Это, конечно, надо было быть людьми, но моральный облик. А как это вот так вот не осознавалось?
Значит, советская власть рекламируется с тех пор постоянно, непрерывно, а начиная приблизительно с где-то середины 2000-х, напрямую рекламируется в Сталин. Значит, давайте откроем глаза и себе поймем. Это государственная пропаганда. Путем программы книгоиздания, путем, значит, апелляции к псевдообщественному мнению, государственная установка памятников, значит, государственное возвращение фамилии на станции метро, точнее, народным голосованием делается, да? Когда нам едешь на станцию Площади Революции, там все написано на служество Сталина, на наверное, с народу, да? Это же не народники метрополитены сами это устроили, это делается государством. За каждой историей свернем имя, поставим бюстик, что-нибудь еще стоит, мэр, губернатор или владелец градообразующего предприятия. Значит, выкладка в магазинах книжных, которые заполнены всей этой прекрасной книгопечатной продукцией, тоже все это пользуется у нас государственной поддержкой. Значит, это делается для того, чтобы, ну, это делается много для чего, разные там есть цели, это очень эффективная компания, она компрометирует русский народ, выставляя его провожатым идиотом, она оправдывает, значит, так сказать, задним числом, обратным образом она оправдывает действующую власть во всем, что она делает, выставляя ее как плод неких народных чаяний, хотя ничего подобного. Значит, вот пока продолжается. Это вот вся сталинистская пропаганда продолжается, может быть, чуть-чуть затихает в последнее время, по крайней мере, я хоть не вижу, я с некоторым ужасом следила за этими голосованиями, как назовут аэропорт, потому что я подумала, что нам опять будет подсовывать, что в каждом городе люди хотят исключительно Сталина. Но, видимо, но, значит, смотрите, общественное мнение с тех пор ушло так далеко, что поддерживать эту иллюзию уже невозможно. Еще несколько лет назад можно было сказать, а знаете, там, в конкурсе «Имя России» на самом деле победил Сталин, но мы вам подсунули Александра Невского, чтобы этот ужасный народный выбор так не бросался в глаза, значит, при том, что они сами все рисовали от начала до конца, это же понятно. А сейчас это уже нельзя. Потому что это уже вообще никак не коррелирует с реальностью. Обратите внимание на то, что во всех случаях голосования, когда были военные и военные, побеждает любая невоенная фигура. Обратите внимание, кстати, ближайшего повестка ближайшего времени – это антимилитаризм. Смотрите, у Маккартона был на эту тему целый разбор. Люди не хотят голосовать за военных. Антимилитаристские настроения будут настроением ближайшего времени. Как всегда, послушай пропаганду, реальность где-то по другую сторону. Вы знаете, я бы сказал, что вот когда, ну, собственно, это очень приятно слышать, что это, так сказать, уже сталинистский, это устаревший диск. Но я бы сказал, что вот от этого постоянного повторения, от этого постоянной трансляции Сталина, это означает не конкретную историческую фигуру, а это все-таки в переводе на современный язык, это означает абсолютизация насилия. То есть я принимаю, когда говорят Сталина, на тебя нет, это же означает удивительно, что ведь это универсальная форма. То есть ты говоришь, что на кого-то нет Сталина, это значит, что и тебя это тоже может снести точно так же. Но человек себе в этом не отдает отчет. Но дело в том, что вот само произнесение этого имени, перекатывание его, как видно, ягоды на языке, как писал Набоков, это является, во-первых, это является сознательным провоцированием, потому что люди прекрасно, люди, произносящие это по нескольку раз, они прекрасно знают, какую это вызовет реакцию. А во-вторых, это является заменой слова насилия. То есть человек не может сказать, вот я уважаю насилие. А он говорит Сталин. Это означает, что человек считает единственным способом коммуникации, единственным способом достижения своих целей и единственное, что называется, гарантия стабильности – насилие. Насилие как генеральный принцип. Вот что означает, когда люди говорят, когда люди произносят Сталин. То есть они имеют в виду уже не историческую фигуру, а имеют в виду насилие как инструмент. Понимаете, в чем ужас пропаганды? В том, что она едет всегда на каких-то реально существующих процессах. Тут она, в частности, паразитирует на самом ходе исторического времени. Все это действительно уходит и забывается. Наполеон – это торт, Гитлер – это мем, Сталин – это тоже что-то непонятно что. Сталина на вас нет, это не, тут даже не только призыв к насилию, это же апелляция к некой справедливости. О ком так говорят? Ну вы что, вы же не в быту скажете это своему знакомому. Это говорят о начальстве. При Сталине вас бы всех расстреляли. Кого вас-то? Нас! Начальников вот этих, на которых управы нет. То есть даже вот этот запрос на справедливость, и он эксплуатирует.
эксплуатируется, понимаете? А потом человеку, который это сказал, потому что на начальство нету проблем, говорят, ага, вот ты, значит, кровожадный олигофрен такой, да? Ты, значит, хочешь массовых расстрелов, вот смотрите, он хочет массовых расстрелов. Да нет, говорит он, я не хочу массовых расстрелов, я хочу, чтобы вот эти вот, понимаете, разъевшиеся, как-то хоть послушали бы меня, чтобы хоть как-то вот достучаться до них. Ну, говорит, нет, мы все знаем, это за смертную казнь. Кстати говоря, прекрасные тоже цифры у нас по поводу смертной казни. Всегда, все годы наблюдений, желающие возвращения было большинство. В начале 2000-х 70% были бы за возвращение применения смертной казни. То есть это всегда была такая мера, которая... То есть смягчается. О, не то слово, посмотрите графики, хорошо-хорошо идут вниз. Значит, сейчас меньше... Посмотрите графики. Такой, наоборот, графики прекрасные. Лучше графики, мы просто китаем все эти. Сделайте графики. Графики, данные, как это просто вот наши калории основные. Так вот, значит, сейчас, по-моему, ушло за 50%, в смысле ниже 50% этих самых сторонников и противника больше. То есть вот эта вот гуманизация – это глубинный процесс. Это не случайные флуктуации, это стратегическое направление. Так, прошу прощения, мы с вами, как вообще вопросы из зала или куда мы сейчас разговариваем, каковы наши хронометражи, хочется как-то обратиться к организации. У меня много хороших новостей в российском социуме. Вот, но... У меня еще был рассказ про Канта, но мы должны вас спросить, что мы делаем. Так, ну хорошо, Канта, давайте. Про аэропорт. Вот мне жалко, конечно, что... Ведь это была единственная, так сказать, здоровая инициатива этой в целом искусственной истории. Ведь аэропорт Калининграда, Кант до какого-то времени, Эммануил Кант, наш старик, лидировал до какого-то времени вот в списке. И потом вдруг его обошла Елизавета Петровна. Вот тоже, кстати, обратите внимание, все выбирают мелкие фигуры. Значит, мне не хочется, чтобы мы тут с вами участвовали в большой кампании Министерства культуры, и пусть и другие участвуют в популяризации их островных инициатив, но мы из всего можем извлекать социологические выводы, потому что все есть материал. Все-таки это было некое голосование, люди в нем участвовали. 5 миллионов. Что, сколько? 5 миллионов. 5 миллионов человек. Ну, поверим, предположим, поверим, окей. Значит, то есть мы можем, это не репрезентативная выборка, потому что мы не знаем, каков состав этих 5 миллионов человек. А, тем не менее, много людей голосовало, участвовало, значит, как-то высказывалось, самовыражалось. А, действительно, посмотрите эти варианты и их результаты. При прочих равных люди голосуют за любую не военную фигуру. Значит, никакие там маршалы Жуковы не проходят. Great news. Да, это на самом деле интересно. Даже когда сказали, что как-то типа нельзя, а это очевидно сделали местные власти, я думаю, что у них там вообще в приграничных областях очень странные ОФСБ, местные управления ФСБ, им все время кажется, что они где-то вот как-то прям в фронтире, им нужно как-то особенно стеречь вот эту границу. Этим, кстати, во многом объясняют эти страшные корейские дела, связанные с Юрием Дмитриевым, потому что там это тоже устраивает местное ФСБ. Они ужасно боятся иностранцев, с одной стороны, с другой стороны, иностранцы там все не ездят, поэтому они боятся, а одеваться от них некуда, и они все время вот такие какие-то нервозные. Поэтому я просто знаю это как некий признак, что в приграничных областях будут странные какие-то ФСБшные активности. Вот, видимо, они решили, что если все голосуют за Канта, наверное, они хотят присоединиться к Германии. Они что-нибудь подумают. Вот типа, вам смешно, как известно, то есть вам смешно, а не жениться. Вам смешно, а у людей в головах, они на основании этого действуют. Вы не представляете себе психологию этой публики, она своя разная. Поэтому они, видимо, в приказном порядке Канта отрубили, послали вот этих каких-то несчастных поливать могилу розовым, потом они их жену говорит, потом сажают, это все известно тихо. Театральные представления, какие практически эффективные технологии. Но в рамках, так сказать, их парадигмы символической было бы правильно вместо Канта засунуть какого-нибудь там, не знаю, кого. Маршала и генерала. Ну вот там, Калашникова, скажем. Но это уже невозможно, потому что Калашников народ совсем не согласен никак. Поэтому, ладно, хорошо, Канта запретили, тогда мы возьмем вообще Елизавету Петровну, самую мирную такую вот фигуру, как вы только можете себе представить. Ну что, нам надо как-то резюмировать. Да, мы совершенно забыли о слове «постправда», оно здесь наверняка еще прозвучит в этой аудитории, и будет посвящена целая лекция. Ну, это не совсем. Ну, не надо, скажем, может быть, просто скажем два.
два слова. Я, например, этот термин совершенно не принимаю, мне кажется, фальшивым. Это хорошо, это можно и понять. Абсолютно. Да? Все, по сказали. Еще этого не существует. Объем, на самом деле, публичного вранья стал меньше, а не больше, вопреки тому, что кажется, потому что информация гораздо более проверяема. Просто информации стало больше, информационное пространство многократно расширилось и постоянно расширяется. Поэтому возникает ощущение, что раньше все правду говорили, а теперь все врут. Как называется этот ваш журналистский термин «эффект кого-то»? Якобы история про то, как девушку на улице зарезали, а все смотрели, и никто не подошел, потому что каждый думал, что другой подойдет. Есть такой эффект, но... Фамилия типа Джулиани, но не Джулиани. Известнейшая вещь есть в Википедии, во всех энциклопедиях. Значит, вот из этого делаются большие психологические выводы о равнодушии наблюдателя, о том, что люди вот типа не помогают друг другу, а только смотрят из окна. Как-то это связано специально с городской средой, что там вот человек типа не чувствует своей ответственности и надеется на другого. Размывается ответственность. Да. С чем это не связано? Значит, пока один журналист не пошел выяснять об этом кейсе, значит, оказалось, что ничего подобного не было, девушку действительно залезли на улицу, никакие свидетели, зачем не наблюдали. А рассказал об этом тому, кто первый раз об этом написал, начальник местной полиции, которому нужно было как-то замазать тот факт, что у них на улице зарезали человека, а они там приехали гораздо позже. А мы позже приехали, потому что нас никто не позвал, сказал он. Они все вот смотрели, равнодушные сволочи, и никто не пришел на помощь. Зачем тебе там не где-то там болтались, неизвестно где. То есть никакого вот этого эффекта, как его зовут, так выяснилось, что это не основано ни на чем. Вот где постправда-то. Они там, где вы думаете. Да. А правда заключается, собственно, в этом году ведь и 50 лет события в Праге и подавление Пражской весны, и самой Пражской весны. И вот сейчас там стоят по всему городу стоят какие-то памятные знаки, фотографии, и на одной из них изображен советский танк Т-62, как мальчик, интересующийся техникой, и я, конечно, не очень уверен, но вы имеете представление, это уже такой вот послевоенный, значит, танк, который был подготовлен для того, чтобы мчаться в атаку, чтобы давить врагов, все его части, все его формы эргономичные, то есть он вот готов рваться вперед, что называется, и никто его не остановит. И во что уперся этот танк? Он уперся в человека. Вот эти люди, которые облепили его и засунули в его ствол цветы, они оказались сильнее. Это просто вопрос о том, что никакие стратегии никогда не могут предугадать поведение общества, потому что общество оказывается умнее и в чем-то даже хитрее. Ну, как знают наши политические науки, вообще все социальные науки, развитие – это рост многообразия. Вот как отличить прогресс от непрогресса? Усложнение и многообразие – это прогресс. Упрощение – это архаизация и отставание. Это закон, не знающий исключений. Все? С вами был «Градус ТВ». Мы рассматриваем события под любым градусом. Смотрите нас на просторах интернета. Мы не прощаемся надолго. С нами будет интересно. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал.